Сейчас, в настоящее время, на любом товаре достаточно много информации, которая иногда понятна, иногда не совсем. Садовые товары не исключение. Здравствуйте, с вами программа «Дачный мир» и я ее ведущий Дмитрий Летягин. Сегодня мы вместе с вами постараемся разобраться с той информацией, которая написана на пакетах с семенами. На любом пакете семян, будь то овощные, либо цветочные растения, в любом случае находится достаточно много информации, понятной нам или не очень. Сейчас будем с вами разбираться. Когда мы берем с вами любой пакет с семенами, мы прежде всего должны обратить внимание на некоторые основные его качества и факторы. Ну, прежде всего, это красочная упаковка, информативность, картинка с сортом. Обязательно мы должны обратить внимание на производителя семян. Еще один момент. Нужно обратить внимание, как упакованы семена. Обычно в двойной пакет, то есть внешний рекламный пакетик и внутри маленький пакетик, в котором непосредственно находятся семена. Обычно внутренняя сторона этого пакетика покрыта пленочкой. Это для того, чтобы семена у нас не намокали, ну и, соответственно, раньше времени не прорастали. Теперь посмотрим на оборот этого пакета. Мы здесь видим более важную информацию. Это прежде всего название сорта и F1. Что это означает F1? F1 это в переводе на русский язык это ребеночек либо дитё F. А один – это гибрид первого поколения. Что это значит? То есть это у нас семена, гибриды первого поколения. Чем хороши гибриды в отношении с обычными семенами? Тем, что они более стойкие к различным климатическим условиям, к водному режиму, то есть пересыхание, переувлажнение, более качественный урожай получается. Но есть один небольшой минус. То, что вы эти семена собрать и в дальнейшем использовать не сможете, потому что сортность вот эта вот будет потеряна. Семена эти у вас дадут рассаду с менее качественными плодами, либо потеряют эту способность вообще. Почему гибриды первого поколения? Потому что это растение получается от скрещивания, и то, что получается в первом поколении, вот семечки из огурчиков достали созревшие и как раз запаковали в эти пакетики. Это гибрид первого поколения. Когда вы их высеваете и получаете уже потом семена со спевших плодов и огурчиков, у вас эти семена не дадут должного результата. В данном случае очень хорошо работают семена именно сортовых овощей, плодов и так далее. Если у вас есть желание каждый год сохранять один и тот же сорт, вам необходимо приобретать не F1 гибрид первого поколения, а именно сортовые семена. Но гибриды первого поколения для этого и изобрели, как бы наука на месте не стоит, для того, чтобы у вас был больший и качественный урожай. Теперь далее. Какую мы еще можем информацию получить, глядя на этот пакетик? Прежде всего, здесь еще написано «раннеспелый». Существуют сорта очень раннеспелые, раннеспелые, среднеранние, поздние и очень поздние сорта. Это зависит от того, когда нам нужно будет высаживать, прежде всего, семена на рассаду. И если вы хотите регулярно в течение лета получать хороший, обильный урожай тех или иных овощей, вам нужно учитывать сроки созревания, чтобы в течение лета потихонечку получать еженедельно, как говорится, хороший, обильный урожай. Далее, какую мы еще можем информацию почерпнуть с этого пакета? Пчелоопыляемые либо партенокарпические семена. Что это значит? Пчелоопыляемые – это растения, которые нужно выращивать только в открытом грунте. Почему? Потому что в теплицу доступ летающих, опыляющих насекомых достаточно затруднен. Поэтому, если вы хотите выращивать те или иные овощи в теплицах, нужно выбирать именно партенокарпические семена, у которых цветок развивается по женскому типу, и его нет необходимости опылять ни вручную, ни насекомыми.
Если мы говорим о семенах огурцов, то следующая информация тоже для нас очень важна. Мы определяем, к какому типу потребления относится тот или иной сорт. Это могут быть салатные, это могут быть закаточные сорта, которые хорошо себя ведут в соленьях, либо универсальные сорта, которые подходят и в закатку, и на употребление в свежем виде. Благодаря информации на этом пакете мы даже можем узнать, когда нам необходимо высадить эти семена на рассаду. То есть, если здесь написано 40-45 дней до плодоношения от начала всходов, мы знаем, что через 45 дней это растение начнет плодоносить. И мы к этому сроку еще прибавляем ориентировочно неделю, которая должна пройти от момента посева семечки до первых всходов. Соответственно, если вы хотите получить качественные, хорошие огурцы, не переростки и недоразвитые, как говорится, вы должны отсчитать от момента посадки в грунт, либо в открытый, либо в защищенный, ровно 50-55 дней. Почему? Потому что если вы сажаете в теплицу, вы в теплицу можете высадить в первой половине мая, а в открытый грунт, начиная с 15 числа, когда уже и опасности возвратных морозов не существует, и грунт уже достаточно прогретый. Итак, с выбором мы с вами определились, посмотрели, все нас устраивает. Теперь мы будем готовить специальный грунт для посадки огурцов. Мы берем, прежде всего, почвогрунт универсальный. В составе него уже есть, судя по этикетке, немножко торфа. Мы этот пакет вскрываем и весь этот грунт высыпаем. Он очень хорошо подготовлен. В составе него уже имеется или перлит, или по-другому вермикулит. Если у вас вот такого вот в вашем грунте нету, то вермикулит или по-другому перлит можно докупить отдельно и добавить в смесь. Чем он хорош? Он прежде всего разрыхляет почву, почва становится более рыхлая. И второе его очень хорошее свойство – то, что сохраняет влагу. Вам придется реже поливать, и растение всегда будет увлажненное. И для того, чтобы у нас почвогрунт был более богатый, так как здесь торф добавлен, мы добавим сюда еще конского перегноя или компост. Немножечко добавляем, примерно 1/5 часть. Слишком много сыпать не стоит, и этот компост необходимо брать обязательно, чтобы он был перепревший, просеянный, и чтобы в нем не попадалось различных вредителей. Поэтому лучше брать покупной. Теперь мы этот грунт тщательно перемешиваем, размельчаем все комочки. Если попадаются какие-то крупные включения, кусочки деревяшек и так далее, мы их, конечно, убираем в сторону. На больших производствах, в теплицах и так далее, на больших предприятиях это делает машина, но нам приходится это делать вручную. И на глаз определяем, что у нас уже наш грунт готов, то есть полностью перемешанный. Прежде всего, перед тем, как вы будете готовить ваш грунт, вы должны его занести в теплое помещение и несколько дней прогреть, чтобы была комнатная температура, чтобы этот грунт проснулся, так скажем, и начал работать. Итак, наш грунт готов. Мы готовы зачинять наши ячейки грунтом. 6-ячеечная кассета, очень удобная. Мы в нее грунт насыпаем достаточно плотно, потому что после полива он еще некоторое количество его осядет. Поэтому набиваем как можно плотнее. И еще один момент. Если вы грунт
запасали сами или не уверены в его качестве, то его можно предварительно подготовить, обеззаразить. То есть его можно прогреть в микроволновой печи, либо в обычной духовке, или обработать слабым раствором марганцовки. Кассету мы набиваем на 3/4 ориентировочно для того, чтобы мы потом после посева семян смогли сверху слегка замульчировать эти семена. Все, наша кассета готова. Готова к посадке наших семян. Итак, теперь мы берем семена и сажаем в каждую из ячеек этой кассеты. По одной семечке мы можем визуально определить то, что у них схожесть будет хорошая. Во-первых, когда мы покупаем семена, мы на пакете с семенами обязательно должны посмотреть срок годности. И этот срок годности как раз соответствует сроку схожести. Минимум семена в схожесть сохраняют год, максимум 5-6 лет. В данном случае у нас семена по декабрь 2019 года срок годности. Соответственно, 2 года срока схожести. Это очень неплохо. То есть мы уверены, что если мы даже в этом году не успеем семена посеять, на следующий год мы это сделать успеем. И семена не потеряют схожести. Итак, мы по всем кассетам разложили семена. Теперь мы небольшим слоем грунта эти семена закрываем тонким-тонким слоем. Немножечко можно уплотнить, чтобы у нас семена прилипли к грунту и не было воздушных пустот, чтобы они у нас не всплыли на поверхность земли в процессе полива. Теперь мы эту кассетку ставим в нашу мини-тепличку, в наш мини-парник. Вот таким образом. И теперь берем другую, будем ее заполнять. Накрываем крышкой. Ну а предварительно мы должны обязательно пролить водой обильно. Причем использовать вот такие вот лейки наиболее удобно. У нее есть и носик достаточно узкий для того, чтобы аккуратно, потихонечку пролить под каждое растение. И разбрызгиватель, с помощью которого мы можем очень аккуратно и нежно поливать уже наши всходы. И когда семена уже прорастут, появятся проростки, мы можем в этой емкости разбавлять жидкие удобрения, с помощью которых мы можем поливать и не только в корень, но и удобрять по листу. И после того, как мы тщательно пролили, мы теперь накрываем нашу тепличку, мини-парник, крышкой пластиковой. Теперь, что касаемо дальнейшего ухода, мы можем прежде всего при поливе в эту воду добавлять корнеобразующие препараты. Это могут быть такие, как корневин, эпин, циркон, корнерост и так далее. Эти препараты будут способствовать более быстрым всходам и лучшему развитию корневой системы вашей будущей рассады. Итак, а что еще можем мы с этого пакета, какую информацию взять? Ну, вы обращали, наверное, внимание, то, что мы, когда достаем пакетик семян, там количество семян все время различное. Чтобы определить заранее, сколько вам нужно купить таких пакетов, чтобы вам хватило на все лето и на всю вашу семью урожая, мы смотрим либо количество семян, здесь указано, либо вес. Мы ориентировочно можем определить, какой вес одной семечки, умножаем на количество. Мы можем определить, сколько семечек. Ну а другие условия и способы посадки обозначены здесь на пакете схематично. Дорогие друзья, а если вы не успели запасти хороший качественный грунт у себя на даче летом или в течение осени, вы их можете приобрести в специализированных магазинах. Сейчас изобилие достаточно большое, можем немножечко даже в этом разобраться. Грунты у нас делятся на специализированные, как в данном случае, то есть подходит для посадки семян томата, перца, баклажана. Почему? Потому что большое содержание здесь гуминовых кислот. Этот грунт полностью
подготовлен для посадки, в него добавлять практически ничего не нужно. Также существуют специализированные цветочные грунты, в которых микроэлементное содержание иное, чем для овощных культур. Здесь больше представлено элементов, которые больше отвечают за цветение, за декоративность, за красивое развитие зелени. То есть здесь в большом количестве азот в данном случае и те элементы, которые отвечают за красивое цветение. Кроме этого, есть еще специальные грунты для рассады, универсальные грунты, в котором все микроэлементы сбалансированы. Если вы конкретно не знаете, что вы будете в данный момент сажать, можно взять вот такие вот грунты и посадить в них вашу будущую рассаду. Но еще есть грунт, вот он называется плодородный, либо за место слова плодородный иногда пишут универсальный, куда можно сажать и цветы, и рассаду овощных культур, и другие какие-то семена, которые вы хотите вырастить на рассаду. Поэтому, кроме этого всего, вы можете, если у вас объем посадок достаточно велик, вы можете брать не маленькие пакеты, а достаточно большие, вот такие вот гигантские. В каком плане? Получается у вас большая экономия. А также существуют специальные предложения по поводу биогрунтов. Его особенность в том, что он с пометкой торфяной. То есть в составе этой смеси находится торф. В основном это торф нейтрализованный, то есть нейтральная у него среда кислотная, в которой вы можете посадить любую рассаду. Дорогие друзья, а если вы позаботились заранее и запасли землю обычную плодородную со своего участка, то в нее необходимо добавить прежде всего это торф. Он может быть верховой, он может быть низовой, он может быть нейтрализованный. Верховой торф – это в основном кислая среда. Желательно, чтобы он был нейтральный. Благодаря содержанию торфа в вашем субстрате для рассады, корневая система, во-первых, очень хорошо дышит, субстрат получается легкий, воздушный, хорошая проницаемость кислорода, также воды, и растение хорошо развивается, корневая система развивается более качественно, и растение получается более развитое. А кроме торфа, вам еще понадобится биогумус. И с помощью любого биогумуса вы получаете более питательную, более богатую почву для вашей рассады. Съемки программы проводились в магазине «Дачная коллекция». Итак, дорогие друзья, по поводу томатов и огурчиков мы с вами определились, как правильно выбрать семена, но для их посадки у нас еще есть время. А что касаемо семян однолетних цветов, нужно поторопиться. С вами была программа «Дачный мир» и я ее ведущий Дмитрий Летягин. До новых встреч, пока!